Друзья, я приглашаю вас вместе со мной посетить автотехцентр «Немец Авто» для того, чтобы выяснить, чем он хорош и почему свой автомобиль стоит отслужить именно здесь. Поехали! Александр, первый вопрос, который меня интересует, это время. Мне постоянно его не хватает, поэтому я планирую все заранее. И для меня очень важно, чтобы ремонт автомобиля проводился в определенный день и час, иначе я выбьюсь из графика. Как к вам можно записаться и долго ли нужно ждать запчастей и в свою очередь? Во-первых, у нас есть возможность записи на ремонт по телефону. Во-вторых, наш техцентр работает без выходных с 9 до 19 часов. По поводу запчастей, они у нас в наличии, вы можете выбрать из того ассортимента, который у нас представлен, либо мы можем вам привезти интересующую вас запчасть на заказ. А очереди вам ждать не придется. Площадь нашего техцентра составляет более 700 квадратных метров. Это 12 технических постов. Следующий вопрос будет по поводу качества. Не секрет, что обслуживание немецких автомобилей стоит очень дорого. И мне не хотелось бы проводить повторный ремонт из-за того, что попалась бракованная деталь или некачественно проведенные работы. Как вы контролируете процесс ремонта и откуда берете запчасти? У нас работают высококвалифицированные специалисты. В своей работе мы используем именно то оборудование, которое предназначено для ремонта непосредственно немецких автомобилей. Запасные части мы приобретаем у проверенных поставщиков, что нам позволяет, в свою очередь, дать гарантию не только на выполненные работы в нашем техцентре, но также на запасные части, приобретенные у нас. Я думаю, очень многих интересует вопрос цены. Есть ли у вас возможность сэкономить на запчастях или на работе? Конечно, есть. К примеру, при замене масла в двигателе вы платите только за масло и масляный фильтр. Работа по замене масла абсолютно бесплатная. Также мы абсолютно бесплатно проводим диагностику подвески вашего автомобиля по 70 параметрам. Также у нас существует бонусная система накопления скидок. Но если вы хотите сэкономить на запасных частях, то мы можем вам предложить варианты БУ запчастей, на которые также распространяется гарантия. Ну, а если вам предстоит дорогостоящий ремонт, но денег, к сожалению, в данный момент времени у вас нет, то вы можете оформить кредит. Данную услугу мы тоже можем оказать. Александр, возможно, я дам странный вопрос, но автомобиль для меня как член семьи. И когда кто-то другой к нему прикасается, я очень переживаю и ревностно к этому отношусь. Могу ли я присутствовать в момент ремонта в цеху? Да, конечно. Вы непосредственно можете присутствовать при проведении любых работ с вашим автомобилем. А еще у вас есть возможность наблюдать за ходом ремонта вашего автомобиля через онлайн-камеры, которые у нас установлены в каждом цеху, и в слесарном, и в кузовном. Сейчас все компании уделяют очень большое внимание сервису для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Чем интересным вы балуете своих клиентов? У нас есть клиентская зона, где вы можете попить чай и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Еще мы разработали специальное мобильное приложение для клиентов. С его помощью можно узнать, какая у вас в данный момент скидка и сколько бонусных баллов вы накопили. Это приложение дает возможность отслеживать всю историю обслуживания вашего автомобиля. Другими словами, это электронная сервисная книжка, которая всегда находится у вас под рукой. Также наши клиенты могут совершенно бесплатно воспользоваться услугой трансфер. Пока ваш автомобиль ремонтирует, мы отвезем и привезем вас в нужное место. А мы сейчас находимся в кузовном цеху, и мне в глаза бросается вот эта вот ярко-красная кабина. Александр, вы можете рассказать, что это за кабина и для чего вообще она нужна? Да, конечно. Вот эта ярко-красная кабина – это покрасочная камера, которая нам позволяет профессионально красить автомобили. Я готов вас пригласить вовнутрь и посмотреть, что находится внутри. А можно подробнее о покрасочной камере? Зачем она вообще нужна? Чем отличается покраска в этой камере от обычной гаражной покраски? Отличия есть, и они существенные. В покрасочной камере исключается попадание пыли, а также создается оптимальная температура для покраски и сушки автомобиля после ремонта. Ну что ж, друзья,
Я думаю, мы сегодня достаточно много узнали о техцентре Немец Авто. И свой выбор я уже сделал. Дело теперь за вами. А с вами был я, Валерий Бессонов. Всем пока-пока.